Итак, всем привет, уважаемые дамы и господа. С вами Тугарыч, и, наверное, многие сталкивались с такой проблемой, как когда Battlefield 4 зависает с такой ошибкой или статусом «выход из игры». То есть у меня такое случалось, наверное, за всю историю раза 4. И как из этого выйти, не перезагружая компьютер? Для начала запустим диспетчер задач. Либо через Ctrl-Alt-Delete, либо нажав на правую кнопку в нижней части экрана. Собственно, таким образом мы запускаем диспетчер задач. Это некий отдельный кусок, просто для показа, как запускать вообще диспетчер задач. Либо в нижней части экрана, вот правую кнопку нажимаем и запускаем диспетчер задач. Это для тех, кто буквально даже не умеет пользоваться диспетчером задач. Собственно, как-то так. И после этого вы должны, скажем так, закрыть ваше приложение Chrome, Google Chrome. Это браузер, да? Ну, в данном случае браузер Google Chrome, я пользуюсь им. В вашем случае вам нужно закрывать именно тот браузер, которым пользуетесь вы. А и закрыть нужно также Origin. Но вам нужно именно завершить дерево процессов. То есть именно нажав правой кнопкой, именно нужно завершить целиком и полностью дерево процессов. То есть завершить дерево процессов, понимаете, запомните эту фразу. И, соответственно, здесь находим Chrome, нажимаем «Завершить дерево процесса», «Да, завершаем». Находим Origin, «Завершить дерево процесса», «Да, завершаем Origin». Видели? Вот это я сделал. И это мне помогает. То есть, единственное, что помогает мне в данной ситуации, именно вот это. После этого я снова запускаю Chrome. Правда, он ругается, там вкладки типа закрылись. Но я ничего этого не трогаю, да бог с ним. И запускаю также Origin. То есть, предварительно закрыв все это с неким... То есть полностью дерево процессов я убил. В данном случае Origin и браузера. Браузер у меня Google Chrome. У вас может быть другой браузер. И после этого я запускаю Origin, запускаю Battle, браузер, открывается вкладка. И во вкладке уже больше нету в нижней части экрана синего статуса «выход из игры». Он у меня больше не висит. Я не перезагружаю компьютер и избавился от этой проблемы. Вот, я ее решаю именно таким образом. Делаю завершить дерево процесса. Вот еще раз покажу просто. Завершать не буду, но тем не менее просто покажу. Собственно, как-то так. Вот так вот я решаю данную некую проблему в игре Battlefield 4. Вот, вообще в батле мало багов, но, к сожалению... Так как здесь полностью вход в игру и подключение к серверу осуществляется через браузер, также, из-за этого, видимо, к сожалению, иногда и возникают некие проблемы. Была вот такая небольшая информация, ребят. Всем приятной игры, много киллов, много фрагов, и да пребудет с вами сила. Hey, 你的衣箱来了，拿好。没错，就是这么简单。